уже в феврале, и это далеко не весенняя Капель, центральная улица на высокой горе. В воде пешеходы пытались найти сухие островки, пока их подгоняли автомобилисты. По словам жителей ближайших домов, вода появилась еще до выходных. Лужи уже были в пятницу. Да вы что? Да вы что? Да я ничто, я вот каждый день выезжаю в город. И здесь уже были маленькие эти. Просачивалось уже. Да, конечно. До источника аварии теперь уже пытается добраться техника, прорвало центральную трубу водоснабжения. По версии коммунальщиков, один из местных предпринимателей пытался сэкономить и неправильно подключился. Они уже врезали, скорее всего, но неправильно поставили колодец, поэтому он сломал трубу. Ага. А они поставили кольца, а под ним дичь не поставили, поэтому кольца начали вместе с грунтом играть. Врезка не сделана, только под это колодцы ставили. И это порвался. А как вы не подключились, если не подключились, как колодец может порвать? Ну, колодцы ставили, трубу закинули, потом хотели подключиться. Доказывая свою правоту, мужчина показывает то самое место. Кран не стоит здесь. Как можно, может быть, врезка сделана там? Коммунальные службы, в свою очередь, предполагают, что колодец либо совсем не был установлен, либо был установлен неправильно. Поэтому работы идут долго. Только до трубы через замерзший грунт техника пыталась добраться порядка 3 часов. Расходы по восстановительным работам предпринимателю придется взять на себя, и по оценке коммунальщиков все работы ему обойдутся в 20 000 рублей. Альбина Винибаева, Амир Залишев, Высокогорский район.